Посмотрим, о чем сейчас думает ваш партнер. Вы на расстоянии и в ссоре. Вы на расстоянии и в ссоре. Это для тех расклад, кто на расстоянии и в ссоре. Давайте смотрим. У человека меняется отношение к вам. Он хочет очень-очень помириться и очень воссоединиться с вами. И придет к вам новая энергия, которая даст эту возможность и поможет вам воссоединиться с вашим этим человеком. Он уже готов к вам ехать или она. Посмотрите, идет пентакливый туз. Это удачное стечение обстоятельств, карта бонус. И развязываются все кармические ваши узлы. Вы скоро себя очень сильно порадуете. Ваш внутренний ребенок получит максимальное удовольствие, какое-то радость. Все идеи, которые будут к вам приходить, они максимально благоприятны. Приятный для вас, друзья, и вас ждет огромная любовь и воссоединение.